Я скажу так. Казахстану сильно нужна электроэнергия. Вопрос, каким способом он ее будет получать. Если мы говорим об АЭС, это, во-первых, очень долгое строительство и очень дорогой проект сам по себе, в денежной эквиваленте. Срок окупаемости этой АЭС будет там лет 30-40. Это первое. Второе. Кто ее будет строить и на каких условиях? Часто говорят, что будет строить Россия. Если Россия заходит, соответственно, ядерные боеголовки будут стоять у нас в центре Казахстана, считай. Это будет железный купол. Да, для безопасности, может быть, это и нужно. Но мы, возможно, автоматически попадем под те санкции, которые сейчас Россия. Экономическая ситуация Казахстана еще усугубится. Единственный экспорт это будет Россия, Беларусь. Мы разве этого хотим?